Всем привет, ребятки! Вот мы с красным шариком очутились на брачной фабрике! О нет, кто же может нас тут поджидать? Так, это мистер Квадрат-доктор. Или санитар, можем его называть. Смотрите, у него там плюсик на шапочке нарисован. Бабах. Отлично. Еще одна звездочка, тоже вроде бы неплохо. Так, только бы этот лазер меня не споймал, я бы очень этого не хотел. Ух ты, на тебе квадрат. Нет, лазер. Так и хочет до меня достать этот лазер. Ого. А как нам тут перепрыгнуть? Вот так. Оп. Отлично. Здесь дуло таких квадрата. Так, ну этого мы успели побить. Этого вроде бы тоже. Значит, можем двигаться дальше. А хотя с этим лазером так туда и не пролезешь. Тик-тик-тик. Хоп. Всё. Здорово. Поехали дальше. Тик-тик-тик-тик-тик. Аккуратненько мы, ребятки, все. Докатываемся и докатываемся. Вот он уже сидит здесь. Привет. Эй, тут ничего не отваливается. Вроде все хорошо. Нужно давать сюда забрать нечасти звездочку. Отлично. И как я вам тут буду пролетать-то? Раз. Два. Мы справились здесь. Здорово. Теперь разгонимся на вот этой железной штуке. Это что за квадрат такой? Вот это да. Какой там есть сшитый. Интересный квадрат. Ого, вот это гигантский, вы видели? Интересно, интересно. Какой-то новый сшитый квадрат, ребята. Это может быть этот с плюсиком из него такого сделал монстра. Чумной доктор, это ты сделал квадрата таким. На тебе. Даже не знаю. Мы сейчас должны будем эту тайну, ребята, разгадать. Ай, нет. На тебе тоже. Так, подползаем. Опа. Все, еще одного злодея мы успешно лопнули. Ух, мы успели тут пробраться. Вот это завод еще тот. Здесь так просто не пролезешь. Нет! Там этот монстр сидит. Так. Я знаю, что он меня видит. Злодей такой. Да куда мы падаем? Нет. Вот это он монстр еще страшный, да? Ну ладно. И раз. И два. Все. Ах ты монстр. Вы просто только гляньте на него. Нет, ну выглядит он, конечно, прикольно. А-а-а! Какой-то сшитый весь непонятный. Так. Отлично. Здорово. Хо-хо-хо. Так, и что же мне с ними делать? Как бы так всегда так. Оп. Ха-ха, они твое взорвались. Отлично. Сюда мы успели пролезть. Вот он уже нас пожидает, это чудище. Нет, квадрат. Странный, конечно, монстр. Крутим, покрутим. И с разгончика есть. Мы добрались до финиша. Так, а что теперь? А, теперь нам нужно на ту сторону переместиться. Сейчас мы это сделаем. У-ху!
Круто. И раз. Спрыгиваем потихоньку. Нет, 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 ты чего? Вот так. Сюда теперь. Не спеша. Мы успели оттуда убежать. Так. Отлично. Теперь вот эту звездочку. И вот эту. О, мрачный завод у нас, конечно, получается. Опа. Готов. Перелазим. Как же нам отсюда вот так пройти аккуратно? О, нет, убегай. Этот странный подрыватель, весь какой-то сшитый монстр. Фух. Но мы вроде бы здесь прошли. Ребят, ну что, вот такая у нас получилась серия. Если вам понравилось, так что ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока.